Вот это вот уже не новичок для вас, то есть не новый человек для вас. Один из ветеранов вот, нашего российского уровня, то есть это масштаб России, живет на Урале, да? Вот, Сергеев Николай Георгиевич. Мы с ним, вы уже видели, ну, рассылку, наверное, вы все попали. Один фильм, два фильма, Николай Георгиевич, задержались. Они, два наших телемоста, сделаны в черновую. Студентка, которая помогает, немножко подрабатывает на этом, абаканская студентка, заболела. Не стыдно было, мог бы доделать мой брат, он как горячие пирожки монтирует, вот, оформляет, доводит до ума. Вот. Есть еще москвичка Лилия Ражева, которую я сестрой называю, тоже прекрасный специалист. Ну, подождем еще, неудобно девчонке кусок хлеба отнимать. Далее, значит, за вами еще пару этих. Сейчас не успеваю я. Это я вам говорю. И я говорю своей любимой ученице из Финляндии. Так, ой, фамилия у нее, я боюсь это, язык сломать. Но будет еще один телемост с финнами. Потому что мне интересно, что делается в Финляндии. Почему финны продают... Почему финны продают саженцы по 5, по 8 тысяч рублей? Петербургцам, а? Петербургцы, вы что, охерели, что ли? В Финляндии что, есть что-то путнее? По 5, по 8 тысяч. Посмотрите в интернет, убедитесь. А что из этого вырастет? Что, Финляндия это рай, что ли? Хотя так, знаете, ух. Ух. А то у вас, финнов. Ладно, короче, за мной еще и за нашей любимой жительницей Финляндии, потом раскрою все ее данные. Вот. Через вопрос нескольких дней. Зашиваюсь, не успеваю. А еще должен был с Дальним Востоком. Ой, сколько всего еще. Надо это потрясти Матвееву в семью. Вот. А теперь смотрите, Николай Георгиевич. Вот это та самая первая серия. Видите? Когда от телемост, смотрите, помните, ну сколько было просмотров на тот момент, когда он вышел? 200. Потом он автоматом попадает в, как он называется, Яндекс.Дзен, и через 2 дня 1200 просмотров. Не зря пахали. Это через 2 дня. А сейчас сколько? 1000 уже. Вот так вот. А вы у нас один из лучших виноградарей России. Что я тогда взял? Каталог Черенко, плодоносящих сортов винограда. Сергеев Николай Георгиевич. Осень 2001 год. Представь. Чем я могу помочь? Адрес. Внимание. Что мы делаем? Мы делаем вот так. Внимание. Видели? Вот. Я всегда раскручиваю тех настоящих садоводов. Настоящих. Мы потом еще с вами выйдем. Такое дерьмо. Ой. Вот. И это все люди покупают, потому что они не могут понять, где саженец настоящий, а где вот это чудо. И я просто буду сейчас листать. Это ваш каталог. Я считаю, что это мой долг. Мы упомянули его там в телемосте? Упомянули. Это мой долг. Семечки абрикоса 500 рублей, персиков 1000. Скромный со вкусом. И еще имейте в виду, купите у него персики, у Николая Георгиевича. Вот. Укрывать целиком бывает сопревает. Не укрывать могут замерзнуть. Извините, персик это почти субтропики. Полуукрывная форма. Подробнее я вам объяснял. Надо будет Николай Георгиевич расскажет свое, ну как сказать, свой опыт. Полуукрывная форма. Никогда не погибнут. Вот. И главное, что не сопреет. Так, дальше, 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 дальше. И так, на этом, Николай Георгиевич, мы с народ с вами прощается. Пока. Впереди телемосты. Ну, так вышло. Очень трудно жить, когда нет, когда нужно заниматься детьми, заниматься заработками. Ну, что ты будешь делать? Вот. Сколько можно было бы создать настоящего учебного материала? Я как бы оправдываюсь.